Всем привет, друзья! Сегодня мы приготовим очень вкусный домашний адыгейский сыр. И для начала нужно сделать такую вот конструкцию. Берем миску, сверху ставим сито. Сито не должно касаться дна миски. Сверху мы выкладываем либо хбшное полотенце, либо марлю, сложенную минимум в 4 раза. И все это пока убираем в сторонку. Теперь берем молоко, ставим его на плиту на средний огонь. Молоко сразу солим. И параллельно нам нужно взбить яйца. Яйца взбиваем просто венчиком. Вот до такого вот состояния. Как только яйца взбили, сюда отправляем сметану. У меня сметана 25% жирности. И опять все хорошо перемешиваем до однородности. И вот как только молоко у нас должно закипеть, оно еще не закипело, но вот-вот закипит, мы сюда должны отправлять вот эту вот яично-сметанную смесь. Вливаем тонкой струйкой и постоянно перемешиваем. И никуда уже не отходим, стоим рядом, потому что сейчас у нас свернется это все буквально за минуту. Сначала хлопья у нас будут такие мелкие. Посмотрите, мы ждем, когда хлопья станут более крупными и сыворотка чистой. Посмотрите, у меня сыворотка чистая, хлопья крупные, и теперь всю эту смесь мы должны вылить в нашу конструкцию. Выливаем и постоянно из миски выливаем сыворотку. У нас сыр не должен быть в сыворотке, то есть он должен быть над ней. Поэтому постоянно выливайте ту вот воду, которая у нас там внизу образуется. И оставляем остужаться при комнатной температуре. Как только он у нас остыл, мы сверху ставим груз. Я ставлю, смотрите, крышечку сверху, я ставлю просто ковшик с водой. И все это дело отправляем в холодильник минимум на 2 часа. Через 2 часа достаем уже готовый сыр. Выход готового сыра у меня получается 428 грамм, ну около 400. Посмотрите, какой он красивый, как он легко режется. Это очень вкусно. Поверьте, гораздо вкуснее магазинного. Его любят как взрослые, так и дети. Я предпочитаю его употреблять вместе с медом. Это вообще необыкновенное сочетание вкусов. Обязательно попробуйте его сделать. Приятного вам аппетита! Если вы приготовили по нашему рецепту, пожалуйста, оставьте свой комментарий. Еще больше рецептов вы найдете на нашем канале. Друзья, подписывайтесь, если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, мы будем очень рады.